Спасибо вам, дорогие болельщики, за вашу искреннюю поддержку. Уважаемые болельщики, сегодня от лица баскетбольного клуба «Тверь» хотели бы обратиться к вам. Нашему проекту еще нет 2 лет, но за это время мы прошли достаточно большой путь. Были неудачи, но больше было, конечно же, успехов. И все эти успехи в той или иной степени связаны с вами. Вместе с нами вы переживали и горечь неудач. Вместе с нами вы радовались нашим победам. Именно вы ездили на выезды с нашей командой и поддерживали нас там. Именно вы стояли в 3 ряда на балконе Дома спорта «Юность», опять же, с одной главной целью – подарить нам поддержку и подарить любовь нашей команде. Это очень сильно, очень важно для нас, и поверьте мне, ребята очень сильно это чувствовали и ощущают до сих пор. И сегодня, в преддверии, возможно, последнего домашнего матча в этом сезоне. Почему последний? Потому что регулярный чемпионат подходит к концу. В апреле уже стартует плей-офф. Небольшой баскетбол сможет вернуться в Тверь в том случае, если мы выйдем в финал 4 и получим право на проведение этого финала в городе Тверь. 2 непростых фактора, которые должны сойтись, но они реальны. И еще более реально они будут, потому что у нас будет ваша нескончаемая поддержка. Поэтому, уважаемые болельщики, мы приглашаем вас. 17 марта. 18:00. Дом спорта «Юность». Приходите все, будем вас ждать. Любите баскетбол.